меня сестра всех нелюбимая. А я все никак не могу понять, что там такое. Но я так-то поняла там уже, в чем. Сейчас прочитаю, а потом скажу. Началось все с ангела. Он временно замолчал. Он меня по глобусу вычислил, по пособиям изучал. И дышал, и порой песни пел у плеча. Потом устал, наверное, и заскучал. Говорит, я побуду здесь, а ты дальше пойдешь сама. У тебя и летом в душе зима, и зимой зима. Еще пару лет, и точно сойдешь с ума. Но мне за это так не хочется отвечать. Ты иди, не бойся. Теснул на лоб печать. Пропустили меня после пары звонков наверх. Я у них в документах значусь, как белый стерх. А на фото глава отряда отборных стерв. И характер кляксый, как тонкий зудящий нерв. Я иду и думаю, черт возьми, дожила. В обе стороны от меня пустота и мгла, и печаль. Длиной в ладони с груди игла. Я бы еще тогда повернула, да не смогла. Подошел ко мне начальственный господин. Говорит, заполни анкету, вопрос один. Что ты хочешь, детка? Что выдать тебе подарком? Заполняй дальше, налево и в эту арку. Но подумай, тебе осталось почти полвека. Я ему, а мне бы любовь одного человека. Чтоб ему без меня, как без воздуха, как без света. А другого вроде бы больше желаний нет. Он внимательно посмотрел и пожал плечом. Мол, с такой дурой вести разговор о чем. Ангел встретил у выхода. Больше не смогла до сих пор. Длинную ладонь из груди игла. Ну, понятно же.